Буду подбирать, пока харя не треснет. А ты смотри, какая быстрая. На. А, вон, я слышу, ты звук такой. Ой. Ты что, дурак, что ли? Напрыгнуть на меня решил. Ты посмотри на него. О, медик стейшн. И это ваш хард режим? Активайте. Анализация. Анализация здоровья, давления. Слышь, доктор, не время сейчас меня анализировать. Температура 41 градусов, я не в порядке. Спасибо за совет. Какая-то ты косорылая, мадама. Я не в порядке. Отстань от меня, я не в порядке. Отстаньте от меня все. Ты тоже отстань. Я не в порядке. Это что ползет сзади? Опа, и спереди. Слышь, жалко остатки человечества. Свалили нахрен отсюда. Очень быстрый доктор. Нате по башке. Нихера, дядя, вас тут. А ты вообще какой-то очкастый профессор. Ой-ой-ой. Остатки человечества. Вы погрязнете в собственных муках. Слышь, кишечник. Активию выпей. Отстань. Промазал. Снова промазал. Отстаньте отсюда. Ах вы... Что за засранец такой? Короче, достал. Вставай и давай шокера. Тебя тоже... Воу! Твою мать, умираю! Всем здорово, народ. С вами Одинокий Снайпер. И у нас сегодня новая игрушка под названием Dead Effect. Нашел игру на просторах Google Play. Она хорошая. В нее играло много людей. И, в принципе, оценка... Такая нормальная оценка этой игры. Ну, решил сыграть. Что-то музыки никакой нет, ничего нет. Какие-то слоты, судя по всему, для сохранения. И корабль, на котором написано ESS Meridian. Вроде была вторая часть у этой игры, но я не знаю. Вроде где-то находил в похожих приложениях, но скачал пока только эту. Может, пройдем, начнем вторую часть. Короче, без лишних слов, поехали. О, звук появился, отлично. Что-то тюкнулось. Это дневной какой-то бонус. Ясно, окей. Давайте покопаемся в настройках. Что у нас есть? Опции. Наверное, я все это вырежу, когда настрою нормально. Обыкновенные опции. Субтитры. Ага, естественно. Зеленая кровь. Нахрена? Не нужно. Графику. Все на максимум нахер. Как тебе на максимум сделать? Поехали. Все нахер на максимум. У меня устройство должно вывозить. Автолечение. Ага. Я понял. Автолечение. О, господи. Я еще не выздоровел. Автолечение дается после того, как ты. Купишь какую-то броню. Автоогонь не нужно. Хард. Давайте. Вот это вот не надо. Адский уровень сложности. Это пока что нет. Это они даже там пишут, что это режим для суицидников. Нет, я не суицидник. Я скилловый игрок. Да, я такой. Мое чувство собственного величия просто зашкаливает. Короче, музон появился, это замечательно. Контрол. Кнопка поднимашки. Кнопка движухи. Какая-то херобурина непонятная. В принципе, что это такое вообще? Я не знаю, вот что это такое. Хер его знает. Меня все устраивает. Геймпад, не надо. Привоси, херивоси. Оно сохранилось. Оно сохранилось. Угу. Ну чё, русского языка здесь нету, поэтому погнали на том, что есть. Ага,
Смотрите, история, миссии, ежедневные миссии, выживание и какой-то биохазард. Хер его знает. Ну, естественно, историю. Новая игра. О. Так, мужик, давай, выбирайся. Военный какой-то герой, элитный солдат, юнита 13, который специально тренированный. Ага. А, какие-то еще эти... основное оружие, дополнительное оружие, специальные обилки. Bullet time. Замораживающее время. Фиг его знает, что за девушка-то? Угу. То же самое у нее обилка. Давайте за мужика, я же думаю. Мужик. Вон, автохил я не могу сделать, потому что надо купить броню. Ну, я уже... все врубил, так что поехали, ё-моё. Вы можете настроить контроли, чувствительность, автолечение, автоогонь, поменять... Ага. Что случилось? Ага. В системе какие-то траблы. Системы какие-то траблы. 7 сентября. День какой-то там. Сначала человечество. Херут. Нужно обязательно использовать какую-то медицинскую станцию. Зачем? Что это? Понял. Понял, что он сказал. У меня что-то со здоровьем. У меня проблемы с... Ага, вот у меня жизя. У меня проблемы со здоровьем, я умру, если не использую эту хрень. Давайте посмотрим, что здесь происходит, говорит. Я чувствую себя лучше, давайте посмотрим, что здесь происходит. Извиняюсь, если буду иногда кашлять. Я болею, я до сих пор не выздоровел какого-то хереса. Открываешься, не открываешь. А что это такое вообще? Ясно, что это за кнопочки. Тут другие люди, что ли, кроме меня какие-то хранились? Я, кстати, яркость на максимум не поставил, что не очень хорошо. Я экономил заряд батареи, что-то забыл перед записью что-то сделать. Используй, говорят, лифт. Бип. Что я сделал только что? Чё ты пищишь так? Буп. Бонька. Ага. Нужно найти оружие, говорит дядька. Точнее, пишет субтитры. А, судя по всему, это другой лифт. Ну, тут какие-то патрончики есть. Что это? Станган? А, что электрошокер? Бабло, дай сюда. Это электрошокер, бесконечные патроны, отлично. Ну, выглядит неплохо. Очень неплохо. Так, хорошо. Выход, говорит мне игра. Ух ты. А, задание. Осмотри, говорит, территорию. Но мне что-то эта кровь уже не очень нравится. Ты так закрываешься? Что за херня была, говорит главный герой. Я говорю, уже у женщины какие-то проблемы. Судя по тому, что она орёт. Вот это вот. Месячный. А вон там вот крики, это и последствия. Судя по всему, это говнище... Ага. Выход, говорит, запрещен. Дверь закрыта. Unlock. Открыть. Ну, открой. А! Надо выдолбить шкаф. Понятно. Чик. Возьми. 1200 бачей. Охереть. Такую сумму в каком-то ящике. Боньк. Наверное, это вызов лифта. Я зря на это тыкаю. Боньк. Буду в сторону кашлять, чтобы микрофон не этого не перегружал. Опа. Чувак, что происходит здесь? Мне кажется, чувак не очень хорошо сделать. Чтобы использовать оружие эффективно, ты должен быть близко к врагу. Но сам ко мне идет. Слышь, пердомен, на! Возьми пистолет, говорит мне игра.
Нихера себе ты растворился, слушай, разложился просто на молекулы. А где мне взять пистолетик? Так, сенса меня вроде устраивает более-менее, но я бы настроил ее чуть побольше. Это уже потом. Ага. Что здесь случилось? Это пистолет. На 6 патронов. Чё релоуд? Ага. Менять оружие. Чё релоуд? У меня все нормально. Пистолет на 6 патронов, это ведь даже не Desert Eagle. Прицеливается он как-то странно. Даже прицел не приближает. Реалистично, чё? Дай сюда. Даже стреляет такими же патрончиками, как Дигл. Такой же калибр, 45 АЦП. Голубенько-синий. Access denied? Access denied. Exit door locked. Exit door locked. Зря, наверное, спиной повернулся, когда дверь открывал. Ко мне может выскочить какая-то чупакабра. Мужик, я иду. Еще 8 штук. Еще 8 патронов. Что за херь? Бабеха долбится в стену. Мужик без руки. Ушел отсюда. Я не слышу, что ты говоришь, бабёха. Я перезаряжаюсь. На тебя. Я перезаряжаюсь. Что-то не так. Пошел музон. О, золотишко. Что это? Аксес. Хераксес. Субтитры мне. О, геймпад. Таблет какой-то. Планшет один из трех говорит найден. А нахер мне нужен таблет? Нахер планшет? Что за параша? Боньк. Ого. Ну я себя заблокировал, окей. Что мне это дало? Какой ты веселый мужик. Ну-ка. Пока буду пользоваться электрошокером. Зомби убивает... Что происходит? Зомби убивает с одного удара. Твою же налево. И что делать? Я тут не вижу нихера. Ага, понятненько. Идти нужно вперед. Видите, электрошокер даже как фонарик можно использовать. Эй, зомбя! Здорово, батя в здании. Как делишки? Ты чё такой быстрый? На реакцию меня решил взять. О, эти какие-то. Ой, блин. Я испугался, где какая-то хрень прилетела. Золотишко, минус голова. Дай патрончики. Сорян. Буду коллекционировать патрончики. Есть какой-то еще выход, но... Нифига ты модный, а? Ты чё, дядь? Уйди, дурачина. Патрончики. Буду подбирать, пока харя не треснет. А ты смотри, какая быстрая. На. А, вон, я слышу, ты звук такой. Уай. Ты что, дурак, что ли? Напрыгнуть на меня решил. Ты посмотри на него. О, медик стейшн. И это ваш хард-режим? Это хард режим, люди. Что открывается? Это типа хард режим. Пока не ощущаю. На, зараза. Патрончики. Блин, тут столько патронов дают, просто как не в себя. Нахера мне так много? Что это? Ага. Ага. Weird. Nothing more to find out here. Ага. Так, короче. Что сказала эта тетка? Сказала, что это автоматический, короче, статус вот этой всей хероборины. Она сказала, что какая-то странная херня вот здесь происходит. И какая-то там автоматика не дает результатов. Я хер его знаю. Там еще была какая-то комната. Скорее всего, это была вот эта комната, да? Чтоб тебя. Да, это была вот эта комната.
Оно было закрыто разве? Ладно. Какой-то Hibernation Quarters. Надо покинуть. Короче, надо покинуть эту парашу. Но до сих пор не нашел таблеты. Я до сих пор не нашел планшеты. Только если зомби дохера и они быстрые, вот тогда вот я уже пистолетиком займусь. Что за звуки? Ну да, ну кто-то кого-то жрал. Я думал, это сзади уже. Слышь? Ой. Ну давайте. Ах ты ж. Я все пытаюсь ему по башке зарядить. Но что-то не очень справляюсь. Слушайте, это хард режим какой-то. Ну никчемный. Он меня 3 раза ударил, а мне только одна жизнька снялась. 1320. Выход. Только 1 таблет нашел. Странно. Поехали, Боник. У меня новое достижение. Пробуждение, говорят. Время миссии. Статус миссии. Ага. Секретные какие-то хрени. Хедшоты. Точно 71%. Охереть. Тут какая-то еще статистика. Ладно, поехали дальше. Да перепройду при желании. А с левой стороны ты можешь видеть один из снаряжения, апгрейды оружия. Чтобы улучшить оружие, которое у тебя уже куплено. А, ты можешь как улучшить оружие, которое у тебя куплено, так и купить еще новое. Ты можешь получать кредиты, ну вот это вот голда и специальные такие хрени, которые я зарабатываю на уровнях. Улучшая оружие, ты делаешь игру легче, ты делаешь себе легче. Хая гранада, ХВ гранада, это что за херь? Мина что ли контактная? Хер его знает. Эквипмент. Его можно продать за 200 кредитов. Он у меня уже куплен. А как тебя? Инфо. Апгрейд статус. Как тебя апгрейдить? А, апгрейды. Дамаг. Магазин. Перезарядка. Точность. Понял. А есть... Ага. Эксплозив арсенал какой-то. Я должен купить какой-то... А можно не только оружие, а можно еще какое-то... Какая интересная штука. Это у меня же столько кредитов, что ли? А, вот, цена. 38 косарей. 98. 250 голды. Нифига у них там. Ну, калаш. Типа какой-то калаш. А, у меня он должен быть. Типа такое оружие. ТАР XR-12. Такая у меня херня должна быть. Угу. Прикольная вещь такая. Лук. Вулкан за 350 голды. Угу. А броня есть какая-то? Хер его знает. Пока не знаю как. Пока только оружие, но я думаю, я буду копить. И хер его знает на что. Я на Драбадан буду копить. За 62 косарей. Или за 270 косарей. Сколько у него там дамаг? 60. Точно 66, 50. Ну, короче, они мало чем различаются. Будем, короче, копить на оружие и смотреть уже, что подходит лучше. Короче. Так. Давайте эквипмент. Пока проапгрейдим пистолетик. Апгрейды. Yes. Магазин, естественно. Плюс 3 слота. Перезарядка. Все вбахаем. Все, больше ничего вбахать не могу. Ага. Сейчас у тебя есть шанс получить уникальный предмет после убийства зомби. А, короче, из них выпадают кредиты, золотишко или патрончики. Ага. Чем тяжелее убить противника, чем лучше шанс, что из него что-то дропнется. Короче, да, я готов. Я готов пострелять. Я готов поубивать противников. Я готов.
Мне нужно посмотреть, сколько народа еще выжило. И мне нужно добраться до той местности, которую он назвал. Я не знаю, как у них это называется. Коммуникационная херня какая-то. Блин, да столько всяких мест, и я столько всего, оказывается, пропускаю. О! О! Вот мое оружие. Вот это вообще тема. Ага. Пацаны спят. Спят усталые игрушки. Я тебя уже видел такого активного. Че его показывать, если он был уже? Какую-то ссылку активировать. Нифига патронов понабрал. Че орешь на меня? Активация. Анализация. Анализация здоровья, давления. Слышь, доктор, не время сейчас меня анализировать. Температура 41 градусов, я не в порядке. Спасибо за совет. Какая-то ты косорылая, мадама. Я не в порядке. Отстань от меня, я не в порядке. Отстаньте от меня все. Ты тоже отстань. Я не в порядке. Вы можете меня слышать? Я получил какую-то хрень. Наконец-то кто-то связался со мной. Я профессор Вагнер с исследовательской секции. Ты должен следовать моим инструкциям. Что за херь тут происходит? Что-то случилось, я вижу. Что со статусом? Нет времени. Давай к лифту дуй. Подожди, время есть. Немножечко помародерствовать. Я хочу эту хрень. Надеюсь, я спущусь сюда. Я не в порядке. Я вижу, что я не в порядке. I'm your not okay. 41 градус температура, нихера. Как я с этой вообще температуры живу, вообще передвигаюсь? Слышь, дядь, а не охерел ли ты, а? Так, доктор проснулся. Спасибо, но я... Ой, патроны кончились, какой конфуз. Слышь, доктор, свали отсюда. Патрончиков-то неплохо у меня. Не, убери. Так. Ща выдолбим нафиг. На-на-на-на. А это быстро выдалбливается. Патрончики дай мне. Ага, это нужно. А в этом давай для автомата. Для полного счастья. О, спасибо. 146 штук. Нахера мне столько? Ох, нехорошее у меня предчувствие. Так, это вызов лифта. Нет энергии. Генератор должен быть. Чтобы запустить лифт. А что эта дверь же была закрыта? Доктор. Слышь, доктор, пошел отсюда нафиг. Это что ползет сзади? Опа, и спереди. Слышь, жалко остатки человечества. Свалили нахрен отсюда. Очень быстрый доктор. На тебе по башке. Нихера, дядя, вас тут. А ты вообще какой-то очкастый профессор. Ой-ой-ой. Остатки человечества. Вы погрязнете в собственных муках. Слышь, кишечник. Активию выпей. Отстань. Промазал. Снова промазал. Отстаньте отсюда. Ах вы... Что за засранец такой? Короче, достал. Вставай и давай шокера. Тебя тоже... Воу! Твою мать, умираю! Слышь? Нихера ж себе, а?
этот раз вы меня точно не возьмете. Держи. Так, сзади еще какая-то тварина будет ползти. Не попадаю. Эти тупенькие. Эй, я застрял в них. Так, а вот от этого лучше держаться подальше. На, скотина. На, в жопу. Поаккуратней, дружище. Я не хотел, чтобы ты на этого херачил. Так, все, вроде разобрались. Более-менее... Нет, еще не разобрались. Один патрон. Не-не-не, дружище, не сегодня. Держи лучше электрошокером. Сколько вас еще тут? Это только вторая миссия. А у меня уже жопа какая-то. Я, конечно, понимаю, калаш у меня там и все такое. Ну, во-первых, какого хрена такая жопа и какого хрена ничего... Не этовать. Не выпадают из них. Это вот они все здесь что ли тусовались? Ко мне пришли? Нет, еще кто-то здесь есть. Ушел. А, хилялочка. Совсем недалеко был. Патронов этих на самом деле завались. Нафига я их жалею? Тут патроны, там патроны. Так, сейчас я захиляюсь. Соберу. 8 000 долларов. Да, хиляюсь я, все, хиляюсь. Я похилялся. Мне говорит, что у меня все хорошо. Я, кстати, в углу еще каком-то нашел планшет. Там, когда дядька со мной связался, доктор Вагнер какой-то. Может, поискать по углам тщательнее и немножечко посмотреть? Мне эта вентиляция не нравится. Сейчас я включу из-за этого... Ты че? Энергия. Чего-чего ты сказал? Квик, говорит, быстро. Что быстро? Сейчас как выбежит отсюда из закрытой двери кто-нибудь. Квик, квик. Достаточно, чтобы оно работало. Быстро. Быстрее. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Вирус какой-то атаковал. Мутация. Смерть. И возвращение к жизни. Зомби? Мало времени. Быстро. Что случилось? Какое-то движение. Да я вижу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Аккуратней. Что мы такие наглые, а? Дядя больно наглый. Давай-давай-давай. Я не слышу, что ты говоришь, тетка. Говори громче, у меня тут экшен. Кто я? Вот дяди полезли наглые. Да я в курсе. Почему из них не падает ничего? Даже в первой миссии... О, таблеточка. Даже в первой миссии было больше, что можно было сделать. Не открывайся. Вот что это такое, кстати? Нам, скорее всего, не сюда. Но все же... Это что, типа, мусорка, толкан? Ну, допустим. Элеватор. Дек. Палуба какая-то 16-я. Нихера у них тут наворочено. Кровяка. Так, давай сюда, тыкай. Поехали. У меня тут гудит что-то жестко. Вы, наверное... Я слышал тебя. Держи в башню. Вы, наверное, слышите эти гудки? Это не, это у меня какая-то хрень. Что это такое? Open. Что open? Что я открыл? Что-то я открыл. Я лучше бабло пособираю. Третья таблеточка, между прочим. Что открывается? Это херь закрылась. Опа. Турель. О! Ну давай! Ну турель! Уничтожь защитную турель! Воу-воу-воу! Мне кажется,
Там и без меня справляется. Успокойся, дядь. Блин, надо, наверное, было, пока она зомби хер... О, перезарядочка. Ой! Слушай, ты что такой... Я золотишко нашел. Ты думаешь, ты тут самый умный? Я попадаю, я вижу это. Я вижу, что я попадаю. От нее искры летят. Держи. Ну же. Слушай, сколько в тебе надо-то? Я думал, ее зомби пробьет. Или это я в нее не попадаю нихера? Но она горит, ай! Она горит уже вся. Она уже, видите, она вся в пламени, окутана. О, таблеточка. Сейчас возьмем планшет. Ну же. Вот для чего патроны давались. Ща, нафига мне ее уничтожать-то? Я же тут, по идее, должен быть свой? Или нет? Или я тут не очень свой? Ну давай же. Она в какой-то степени косорылая. Если за укрытием правильно стоять. Ай! Да сколько в тебя еще надо? Это типа мини-босс, короче. Босс турель. Но она, блин, пипец какая ядреная. Тихо. Без лишней наглости. Ай! Да твою ж... Направо! Уничтожайся! Сколько в тебя надо, а? Тихо, 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 спрячься. А, не, она не достает здесь. Нет, достает. Ладно, я тоже достал. Отлично, я открываю хрень. Ты хорошо справляешься. Так, давай на меня сейчас никто не будет прыгать. Все, я нашел все таблеточки. Отлично. 180 патронов, ну нормально. Тем более, вот у меня еще все мои потраченные бубульки вернули почти. Боньк. Так, давайте шкаф разобьем. Опа. Все. Теперь у меня столько же патронов, сколько и было. Надо бы дамаг прокачать у этой пушки, а то она что-то... Ага, все. Больше она патронов не хочет. Говорит, эмма из фул. Давайте я вам сейчас. Первый пошел. Дядя, не наглеем. Так. Бейба. Свидания не будет. Тихо! Слышь? А если я вот так вот сделаю? Да твою ж направо! Что за беготня-то? На, задолбал! Только патроны на тебя тратить. Ням. 8 штук. А что так мало? Их там всего 8 штук было. Ну и дела. Золото. Патроны полные. Так у меня же в прошлый раз их было 334. Access denied. А куда идти-то? А, вот куда идти. Лады. Ага, покиньте. Покиньте. Покиньте, говорит, миссию. Тык. У меня новое достижение. Ура. Уже на 58% прошел. Убито монстров, точность 27%, да я по турели херачил.
Опять какие-то секретные хрени, я не понимаю, что это. Кредиты почти все найдены. Ну как почти все? 26 800. Ну я думаю, две там штуки. Короче, поехали дальше. Так, давайте прокачаем нашу вот эту вот бурду. Во-первых, на дамаг. Две штучки. На магазин. И на перезарядочку. Все, думаю, ему будет достаточно. Ну, а пока что... Пока что. Это будет на сегодня все. Потому что серия довольно так затянулась. Да и в принципе-то чего... Я показывал игру, а все зависит от вашей дальнейшей оценки. Если вам она зайдет, то ставьте лайки. Я буду смотреть на лайки, я буду смотреть на активность и уже понимать, что делать дальше с этой игрой. Снимать ее дальше или не снимать ее дальше. Поэтому пока что на этом все. С вами был Одинокий Снайпер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. А всем до встречи в следующей серии. Всем пока.